Сотрудники окружной госавтоинспекции совместно с 10-м батальоном 1-го полка дорожно-патрульной службы усилили меры контроля и провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Основная цель – выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. В ходе рейда с водителями проводились профилактические беседы и вручались информационные брошюры. Всего за время проведения рейда было проверено более 100 транспортных средств. Водителей в состоянии опьянения не выявлено.